Друзья, ну что, всем привет, с вами Сурочи Малыс, и добро пожаловать на мой канал, с вами собственно я, Лестер, блин. Сегодня со мной мой младший брат, на брат, салам алейкум, на Сигма. И, друзья, сегодня мой младший брат будет, как бы, оценивать новое обновление в карпаркинге, потому что, друзья, он еще не знает, что добавили в этой новой обнове. Он, как бы, даже вообще не заходил и не смотрел, потому что старший брат ему не разрешал ни хрена себе. Поприветствуйся с подписчиками, алло. Ассаламу алейкум, я на паузе был, меня он через пульт этот... Он мне через пульт, блядь, на паузу поставил. Дурак, что ли? Так что, друзья, мы желаем вам всем приятного просмотра. Так, что должны подписчики сделать? Подписка, колокольчик... Подписка, колокольчик, лайк, комментарий. Так что, друзья, погнали! Друзья, перед началом ролика хотел бы вам порекомендовать данный телеграм-канал EasyAPK. Тут вы найдете все игры и приложения в взломанном виде. Тут в том числе есть и карпарк и мультиплеер. Так что ссылку на этот телеграм-канал я оставлю в описании канала. Переходим, друзья, подписываемся и скачиваем абсолютно любые игры и приложения, которые вы, друзья, хотите. Так, смотри, брат. Сегодня, то есть на днях в карпаркинге вышла новая обнова, в котором добавили очень много чего интересного. Новые машины, новая карта. Не хватит меня трогать, блин. Это ты меня трогаешь. Нет, ты меня трогаешь. Брат, ты готов? Да. Друзья, мой младший брат прям задрот в карпаркинге. Вот, и как бы старший брат ему не разрешал заходить в новую обнову. Брат, добавили новые машины. Добавили машину из Скуби-Ду. Ты готов? Да, готов, конечно. Окей, давай мы начнем вот с этой машины. Смотри, брат, это Ригера Коникс какая-то, короче говоря. Очень ультра-супер-мега быстрая тачка. И у него открывается багажник. Это что за охуительная машина, бля? Тебе она понравилась? Пиздец. Вот, брат, смотри, что бы ты хотел, чтобы добавили вообще в карпаркинге? Мотоциклы и, конечно же, я хотел, чтобы туда добавили... Что? Вот ты угадай. Откуда я должен угадать, что у тебя там в голове? Чтобы туда добавили сервер, там, где дрифт, можно дрифтить. Там. Так, везде можно дрифтить, вот, на. Чтобы машины... Вот. Чтобы машины были в виниле дрифт... Дрифт машины, понял? Не да, понял, ты вообще очень плохо... Да, что, да, я не понял. Я нихуя не понял. Самые готовые винилы дрифта или гоночных машин. Типа нажимаешь, покупаешь, и все, машина в виниле. Вот, понял? А, ты просто не умеешь делать винилы, ты чмо поэтому? Сам ты чмо. Брат, смотри, у этой машины работает этот самый, как там, спойлер. То есть он поднимается, опускается, прикинь. Скажи. Сейчас обрати внимание на спойлер, смотри. Видишь, он поднялся? Да. А сколько нанес сил? Тут очень много сил. Смотри, что еще она может. Что она может? Ты готов? Да. Опа. Нихуя себе. Это задний капот. Задний капот? Смотри еще, добавили новую прическу. Теперь я бородатый. Тебе нравится новая, это самая моя... Охуительная хуйня полная. Кстати, добавили еще новую карту, прикинь. Покажи быстро, покажи. Так, но сперва тебе надо показать еще одну новую машину. Это новая BMW. BMW M5 Competition. Смотри. Как тебе? Фигня полная. Это новая BMW, ты что, дурак? Фигня полная. Почему? Фигня полная. Почему? Я не хочу эту машину видеть, это полюбасу. Мерседес просто полюбасу. Ты что, дурак, это новая BMW M7. Это не M7. Это новая M7, вот, смотри, вон, там же там все видно, что это BMW. Это не BMW, короче. У нее... Че, дурак, у нее даже спидометр от BMW. Это не BMW. Ты думаешь, я тебе вру? Серьезно? Сейчас посмотрим. Смотри, даже спидометр от BMW, смотри. Видишь? Это вообще спидометр от... Вот, от BMW. Это спидометр от Mercedes. Да ты просто тупой, понимаешь, ты сам тупой. Тупой. Это от BMW, смотри, это BMW, Ронь, ты не веришь мне? Иди нафиг. Вот, смотри. Иди нафиг, это не BMW, это... Это, не знаю, что за машина, но это точно, это по-любому не BMW. Я тебе клянусь, это BMW. Это не BMW. Это новая BMW M7. Ты что хочешь? На! Слышь, это не BMW, я тебе скажу 100 раз, это не BMW, это хуйня полная Mercedes до сих пор. Добавили еще новое здание вот такое вот, полицейское. То есть, ты будешь там в тюрьме сидеть, если что. Смотри. Как тебе? Это вообще офигеть, просто невозможно продержаться. Это что за обнова?
разработчикам просто отдельный респект. Просто офигеть. Это чё за анаконда, ле? Интеллект, жесть. Это чё за интеллект? Окей, идем дальше, хорошо. Базару нету. Окей, теперь давай посмотрим еще новые машины. Добавили новый автобус. И теперь можно работать автобусником. Что, блядь? Да. Это Чубрик. Санта Чубрик. Также добавили машину из Скуби-Ду. Тебе показать? Да. Разработчикам реально респект. Это просто... Есть еще вот такая вот. Как я эту машину давно ждал? А? Как я эту машину давно ждал, и наконец-то ее добавили. А что это за фильма? Я не видел, но она красивая. Я эту фильму не знаю, но она красивая была. Я один раз всегда ее увидел, но теперь ее добавили. А сколько она стоит? 20 тысяч. Охуительно. Также добавили новую парковку, брат. Покажи. Сейчас покажу. Офигеть. Разработчики такие умные стали. Поставьте лайк на разработчиков, что они такое сделали. Если бы они это не сделали, вы бы не радовались. Ты очень... И еще, кстати, добавили новую подземную парковку. Бляха-муха, это что за обнова? И еще добавили твое имя на стенке. Где? Покажи. Нет, не покажу. Покажи. Ты сам должен найти это. Это как бы такая маленькая пасхалка. И в общем, теперь давай. Понравилась ли тебе обнова? 10 из 10. Почему? Потому что так надо. Почему не 9 из 10? 10 из 10. Почему? Потому что... Обоснуй. Чё? Ну объясни, почему. Потому что это очень охуительная обнова. Я тебя понял. Так что, друзья, в принципе, моему младшему брату обнова понравилась, так что обнова хорошая. Все, пока. Пока. Уходи. Пошел на. Так что, друзья, на этом у нас все. С вами был Сновил я. Так что, на этом у нас все. С вами был я, Лестер, мой младший брат. Салам алейкум. Пока. Пошли жрать. Пошли покушаем.